Давайте посмотришь мультики, сейчас приду. Ладно. Джордж не может догадаться. Я хотела нарисовать цветок. Джордж не любит цветы. Но потом нарисовала динозавр. Отличный рисунок, Пеппа. Да, я прекрасно рисую. Эй, мы кое-куда поедем. Это подарок Джорджу. Ура! Поехали! А куда мы поедем? Увидишь. Вся семья отправляется за подарком для Джорджа. Мы что, едем в цирк? Нет, но там будет не хуже. Может, в кино? Нет, гораздо лучше. Тогда не знаю. Куда же они едут? Приехали. Семья приехала в музей. А зачем нам в музей? Сейчас увидите. Что же за подарок приготовили Джорджу? Джордж, что ты любишь больше всего? Динозавр. Динозавр. Подарок для Джорджа – это поход в музей динозавров. Эти глупые динозавры. Это же робот. Смотри, встаем на крестик и... А теперь еще один сюрприз. Это же друзья Джорджа и Пеппы. Мама Крачиха приготовила для Джорджа торт. Кто угадает, на что похож мой торт? На динозавра. Точно? А как ты догадалась, Пеппа? Есть еще один сюрприз. Все за мной. Что же это такое? Это нужно накачать. Я знаю, знаю! Надувной замок. Пеппа любит надувные замки. Это же для Джорджа. Он на динозавра совсем не похож. А вот и похоже. Надувной динозавр. Ура! Джорджу понравился надувной динозавр. Всем понравился надувной динозавр. Ой, здорово! С днём рождения, Джордж!